Первенство округа по восточному единоборству «Сётакан» прошло в Люберцах. В соревнованиях приняли участие 224 спортсмена со всего округа, а также из соседних городов Лыткарино и Котельники. Соревнования по восточно-боевому единоборству проходят в Люберцах уже 26-й раз. Участие в них может принять каждый, кто занимается этим видом спорта. На этот раз самому маленькому каратисту было 6 лет, самому взрослому – 43. Соревнования проходят в трех категориях. В категориях ограниченный контакт – это для малышей, в категории кота и в категории свободного кумите. Ну, по-другому называется по-спортивному шобу-япон кумите. Во время торжественной части президент Национальной ассоциации карате Алексей Долгов вместе с главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким вручили черные пояса 32 спортсменам. Спорт делает человека и выносливее, и здоровее, и сильнее. Вы это по жизни заметите. Чтобы достичь мастерства такого уровня, ребятам пришлось тренироваться около 8 лет. Но, как гласит спортивная мудрость, с черного пояса карате только начинается. А вот на первые свои уроки карате большинство из этих спортсменов пошли, чтобы научиться самообороне. Потом уже вошли во вкус и стали завоевывать награды. Для защиты. Просто у нас в классе мальчик, который обижает всех девочек. И я пошла на карате. Пошла я с 5 лет. Нравится тебе? Мне да. У меня 4 кубка и много медалей. Начал заниматься, думал, просто негодяев там защищаться можно было. Но сейчас как бы я полюбил этот спорт, в принципе, хочу стать тренером в будущем. Первенство округа по Сётакан – это отборочные соревнования. Победители турнира будут защищать честь Люберец на областных, которые состоятся уже в декабре этого года. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.